Многоэтажку, а это был один из корпусов ЖК «Зеленый берег», срочно оцепила Росгвардия и тщательно обследовали кинологи. К счастью, сообщение оказалось ложным. Оперативники быстро нашли хулигана. Оказалось, что пошутила 66-летняя пенсионерка, жительница этого же дома. Она была опрошена. Установлено, что женщина находилась немного не в себе и сделала сообщение фактически о преступлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, это заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Не обошлось минувшие выходные без дистанционных мошенничеств. Зарегистрировано 2 таких преступления. Правда, в первом случае аферисту удалось обмануть целую семью из 3 человек. Первый звонок поступил дочери. Неизвестный представился сотрудником Сбербанка. Он сообщил, что некие злоумышленники пытаются оформить на девушку займ. Чтобы это предотвратить, ей необходимо срочно подать заявку на так называемый зеркальный кредит, а полученные деньги перевести на защищенный счет, что доверчивая особа и сделала. Но на этом мошенник у нас не успокоился, продолжил ей звонить в последующем, но уже в данном случае денежные средства были привлечены не ее, а ее родителей, матери и отца. В результате противоправных действий, указанной милицией было переведено денежные средства на сумму почти 550 тысяч рублей. Другая женщина увидела в социальных сетях объявление о продаже коляски по слишком привлекательной цене. В результате потеряла и деньги, и вещь не получила. Сотрудники полиции в очередной раз призывают к благоразумию. Нет никаких причин доверять неизвестным продавцам и покупателям, которых вы никогда не видели. Если же некий собеседник требует у вас данные карты или трехзначный код, это однозначно мошенник, кем бы он ни представлялся. Лучшее, что вы можете сделать, закончить разговор.